Вот здесь можно подняться наверх. Здесь сказано, что рядом есть потайная комната.
Мигель? Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель? Надо поосторожнее.
часть обломков. Иона! Самолет! Иона, ты тут? Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй! Я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай. Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай.
Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Какое счастье, что Иона жив. Особенно, когда Мигель. Ну, хоть Иона ни о чем не спросил. Ягуары. Только зря пугать его. Незачем. Чтобы опередить Тринити, придется пошевеливаться. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Господи. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Есть! Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике.
Мост опущен. А если поднять его с помощью противовесов? Может быть. Эду. Слишком тяжело. Помоги мне. Ничего. Ладно, отпускаем медленно. По-моему, вода как-то двигает мост. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам, и я бы не отлынивал от занятий в тот год, бойскаут. Всего год? Ну, больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. Набирается вода. Хорошо, разберемся, для чего тут противовес. Ведро дырявое. Иди сюда, попробуем еще раз. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в ту деревню. Я тоже. Эту воду наверняка можно пить. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета.
Ну а ты? Тебя в детстве хоть раз отправляли в лагерь? Школа-пансион считается? Не знаю. Считается? Наверное, нет. Но род меня кое-чему научил. Со взрослыми мне всегда было интереснее. Да, мне его не хватает. Мне тоже. Илая мы вытащили, так что рука заживет. Да, мне уже намного лучше. Ведро дырявое. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в ту деревню. Я тоже. Эту буду довернуть. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Ведро дырявое. Иди сюда, попробуем еще раз. Я долго не удержу. Придется его отпустить.
Все, Иона, отпускай. Точно, перебирается. Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Мы приближаемся к деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. Эти постройки не похожи на руины в Мексике. В записях отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Или? Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Проход. Многообещающе. Напомни, как говорилось в загадке? Иди вслед за сердцем змея. На гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Кажется, тут можно выбраться. Иона, помоги мне с этим. 3, 2, 1. Я
не могу. Thank you.